Мобильная группа из опытных медиков прибыла в Чуйский межрайонный центр ветеринарной диагностики и экспертизы. Около 10 сотрудников центра были проинформированы о вакцинации, а затем были сделаны прививки для всех желающих. Врачи мобильной бригады провели вакцинацию в нашем коллективе. Я считаю, что мы все должны привиться. Так мы победим этот вирус. Получение вакцины является наиболее эффективным способом предотвращения распространения коронавируса. Поэтому в Чуйском районе, кроме прививочных пунктов, работают 3 мобильные группы. Они посещают государственные учреждения, предприятия и делают прививки на местах. Начали мы с районной ветлаборатории. Заведующий ветлаборатории сам организовал. Всех сотрудников собрал сегодня, провели 5-минутную разъяснительную работу. При этом есть, которые отказываются. Мы с ними тоже проводили беседу и сейчас проводим вакцинацию здесь. На сегодняшний день в Чуйском районе привито более 1400 человек. 12 июля району было выдано 7800 доз вакцины «Синофарм» для проведения всеобщей иммунизации. В настоящее время гражданам проводится разъяснительная работа. Вакцинация против COVID-19 идет полным ходом. Улам күндөн-күнгө биздин көрсөткүчтөр жогорулап атат, элибиз дагы түшүнүп баратат. С каждым днем увеличивается число желающих получить вакцину. Многие уже понимают, как это важно. Также я обращаюсь к населению. Ради нашего здоровья правительство дает возможность получить вакцину совершенно бесплатно. Защитите себя и своих близких. Получите вакцину. В Чуйском районе, где проживает более 60 тысяч человек, эпидемиологическая ситуация пока не улучшилась. В настоящее время более 40 человек находятся на лечении в больнице. Рахат Батырбекова, Гумиш Кутубеков, СТВ, Чуйская область.